Здравствуйте, коллеги! Сегодня рад приветствовать вас в мастерской «Амурские украсы». Меня зовут Донской Николай. Сегодня я заканчиваю работу над ручкой дверной, деревянная ручка «Соболь». Материал «Орех маньчжурский», стилизованная фигурка «Соболя». Вот. Ну, подложка под ручку. Это бархат «Амурский». Так вот она будет у нас смотреться. Креплю я ручку на шканты. С сегодняшнего дня будем менять формат нашего видео. Буду показывать вам готовые изделия. Ну, какой-то минимальный процесс работы. Потому что делать видео полноценным занимает много времени. Времени у нас свободного нет. Поэтому буду вам показывать готовые изделия свои. То есть в мастерской по-прежнему будет идти работа. В ближайшее время здесь и полки, и карнизы. В дальнейшем коллегам, которые захотят повторить, какие-то работы понравились, буду делать мастер-классы. Мастер-классы буду персонально отсылать коллегам, то есть пишите на почту, будете писать на почту, будем договариваться. И буду отправлять вам уже готовые мастер-классы, полные мастер-классы, там, вплоть до того, что шлифовка, покраска. Если будет спрос на такой продукт, то будем заниматься. А пока вот буду делать какие-то работы, буду вам показывать, буду не тая что-то рассказывать. Вот, допустим, вот эта вот форма, стилизованный соболь, да, это уже, ну, продукт моего опыта и моего воображения, так скажем, да. Материал орех маньчжурский, подставочка под ручку бархат. Вот. Делаю я работу свою резцами Александра Корнеева. В обзорах я вам рассказывал, показывал. На сегодняшний день есть наборы Александра АК-16У. Также пишите, вооружайтесь.
тех, кто заинтересуется, пишите на почту, заходите на сайт «Амурские украсы», смотрите, какие работы я делал, какие работы собираюсь делать. У нас там есть и новые работы, это текущие, то, что я делаю. Есть там раздел «Проекты», есть проекты, эскизы, то есть смотрите, галерею заходите. Это я все делал сам, самостоятельно, да. Я с вами не прощаюсь. Буду регулярно стараться выкладывать свои готовые работы, делать описание этих работ, рассказывать про эти работы, из чего они, как они делаются. Вот. Еще раз повторюсь, если кому-то что-то понравится, пишите, будем разговаривать, будем делать мастер-классы, буду вам отправлять. Ну а вам хочу пожелать здоровья, прежде всего, творческих успехов. Всего хорошего. До следующих встреч.